Грядущий сезон отпусков может преподнести россиянам приятный сюрприз. Путешествие всей семьей станет менее обременительным в финансовом плане. Правительство намерено предложить определенные льготы таким семьям. Они будут выражены в форме налогового вычета, либо скидки на путевку или билеты тем, кто выезжает на отдых в полном составе. Данную инициативу выдвинуло Министерство просвещения России.